Бокер тоже уже на фильме Талмуд Иерушалми, трактат Швид, Дахвет, второй лист Иерусалимского Талмуда, трактата Швид, я рассказал, что доверяет Тора или Нишмат Кроме Фима Фра, а я разрушил Асахат, Мисра, Руфатам Исраэль, Везрат Ашем, Руфашам, Браха, Асаха, всему еврейскому народу, солдатам Израиля, Везрат Ашем, чтобы вернулись домой живые и невредимые. Говорит дальше Гмара так. Велама Ада Церет. Мы сказали, что человек, мы знаем, Тора говорит, в седьмой год не имеет права работать на земле. Но кроме того, что нельзя в седьмой год, даже в шестой год, который перед седьмым, есть определенное время, что уже нельзя работать на земле. Говорит Гмара, когда мы сказали, сказала Мишна, что имеет право, Бет Гилель говорит, он пахать землю до Шавуота. Почему спрашивает Гмара до Шавуота? Аткан муяфеля, миканвеля, ху, миннабель, перота. Потому что пока человек вспахивает поле с деревьями до Шавуота, это хорошо для плодов вот этого шестого года. Но когда он вспахивает поле уже после Шавуота, это портит плоды шестого года, и поэтому он не делает это для плодов шестого года, а он уже готовит землю для седьмого года. Поэтому, говорит Бет Гилель, после Шавуота это запрещено. Дальше следующая мишна нам скажет, что это касается не только плодовых деревьев и даже бесплодных деревьев. Вокруг них или на поле, которое они находятся, тоже можно пахать до Шавуота. Мы говорим, если полезно для плодов, причем тут бесплодные деревья? Объясняет Гмара. Атканума ве это корот, миканвелаху метишет кохо. Даже когда он вспахивает вокруг бесплодных деревьев до Шавуота, это помогает этим деревьям, стволу этого дерева стать шире, стать толще. Он использует эти деревья потом как балки, поэтому это полезно для этого года. Но после этого года он делает эти деревья слабее, будут они слабее, поэтому он делает это, видимо, для седьмого года. מתוך שהוא יודע שהוא מתיש כוחו של אילן, אף הוא מתכוון לעבודת הארץ. Так как он знает, что он ослабевает, убавляет силу дерева, мы видим, что он делает это для седьмого года. Гмара, ולמה לא תנית מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל? Скажет Гмара, почему эта мишна не входит в мишнают, которые в Масехет Эдуйот, что там написаны все случаи, когда Бет Шамай облегчает закон, чем Бет Гилель. Бет Шамай говорит, когда все то время, пока то, что человек будет пахать на своем поле, полезно для дерева, можно это поле вспахивать. То есть у него нет определенной даты. Иногда это может быть даже после Шавуота. А Бет Гилель говорит только для Шавуота, до Шавуота в любом случае. Почему тогда эта мишна, это мнение Бет Шамая не включается в список случаев, когда Бет Шамай облегчает закон больше, чем Бет Гилель? Объясняет Гмара, «Памим ше эна кшамим мецуим, ве эна лиха мецуя, ве эна атид ла хорош кодым ла ацерет, ке дивре бет шамай, у бет хилель умрим ад ацерет». Иногда не хватает дождя, и земля уже не такая рыхлая. И если он будет вспахивать эту землю, даже до Шавуота это будет вредно для этого дерева шестого года. Поэтому, по мнению бет шамая, он уже до Шавуота должен будет прекратить вспахивать эту землю, а по мнению бет хилеля, в любом случае, он имеет право спахивать ее до Шавуота. Сухо, не сухо, есть дождь или нет, поэтому не всегда то, что здесь Бет Шамай сказал, это будет облегчение и будет легче закон, чем Бет Хилель. Следующее, Аллаха 2, Аллаха в первой главе говорит так. Это уже разбирается здесь вопрос покупки деревьев. Покупки деревьев. Эзе саде илан, коль шруша иланод ле бетсеа. Мы сказали, когда человек спахивает поле с деревьями, что называется поле для деревьев? Это поле размером 50 на 50 локтей, 25 на 25 метров, на котором посажено 3 дерева. Им руин ласот, кикар двела шель шишимана итальки, хоршин кол бетсеа бишвинан. Если эти 3 дерева могут дать достаточно, скажем, фиников, для того, чтобы сделать из них 60 итальянских мане, это каждая монета 100 монет, то есть 100 монет умножить на 60, сколько это получается? 6000 монет. Если получится вот такое колесо из этого инжира, из всех этих деревьев, тогда все это поле можно вспахать для них, потому что они используют силу всего этого поля 25 на 25 метров или 50 на 50 локтей. Даже, говорит Мишна, поход Микана, если меньше, то есть если там меньше, чем 3 дерева на этом поле, или эти 3 дерева дают меньше плодов, чем сказала Мишна, есть мнение, все 3 вместе или одно дерево, эн хоршин лахен эла хаура весало хуцало. Тогда это в поле, все поле нельзя вспахивать для них. А сколько мы вспахиваем? Поле, которое без деревьев, когда мы его вспахиваем, не будет помощи для деревьев, можно вспахивать только до Песаха.
И это поле, которое меньше, чем два дерева на этом размере, и дает меньше плодов, мы сказали, можно вспахать вокруг этого дерева только место, необходимое для человека, который собирает эти плоды, и для его корзинки, в которую он это ставит. Сколько это места? Это 4 локтя. 4 локтя вокруг дерева. Если на поле 50 на 50 меньше, чем 3 дерева, только 4 локтя вокруг этого дерева можно вспахать. Это мишна. Гмара объясняет, переходит к вопросу покупки деревьев. Говорит Гмара, Раби Иуда бешем Шмуэль, Раби Абау бешем Раби Йоханан, Акмоне шлоша аилонот бетох шель хаверо рехоким, Мате эсэр лебецеа. Говорит Раби Иуда со слов Шмуэля, Раби Абау со слов Раби Йоханан, один и тот же закон. Человек, который покупает 3 дерева на поле у своего друга. Теперь, если эти деревья находятся на расстоянии, как будет 10 деревьев на расстоянии СА, 50 на 50 метров, сколько там между ними? Примерно 18 и четверть локтей. Сколько это получается? 9 небольших метров. Если расстояние между деревьями меньше, чем 18 локтей, или, теперь, если больше, они уже считаются отдельными деревьями, они совсем далеко, они не считаются объединенными. Крубим, где еще юаб, абакар, овер, бекелаб. Или если она находится близко, но не совсем близко. Близко настолько, чтобы бык, на котором человек пашет, может пройти между этими деревьями. Сколько это места? Это 4 локтя, это 2 метра. Тогда он покупает дерево. И написали договор, он покупает дерево. Вопрос, который Гмара обсуждает, вместе с этим деревом. Не, дерево останется там. Он покупает землю, на котором дерево это растет. Покупает ли землю, которая между этими деревьями или нет? Или что он покупает? Поэтому если в договоре четко ясно написано, что он продает ему дерево с землей, тогда понятно, продал и дерево, и землю. А если не написано, говорит Мара, если деревья находятся на расстоянии, он покупает 3 дерева, на расстоянии не больше, чем 18 и четверть локтей, и они не ближе, чем 4 амот, 4 локтя. Почему? Потому что тогда бык, который пашет, может пройти с плугом. Коне карка шетахтехен, карка шебенехен, шехусален мело хаура весало. В этом случае человек приобретает и третье дерево с их плодами, и земля, на которых эти деревья стоят, и землю между ними, и еще вокруг, еще 4 локтя. Как мы сказали, это место необходимо для человека, который собирает эти плоды, и для его корзинки. А если же меньше, чем 4 локтя, или больше, чем 18 локтей, тогда человек приобрел всего лишь дерево, и даже землю, которая под этим деревом, он не приобрел. Только плоды этого дерева, а не его. Рава мар басуин цувар, или, да, Рав говорит, когда? Когда эти три дерева, которые он приобрел, они посажены в форме треугольника. Только тогда он покупает землю между ними. Ушмуэль амар басуин шура. Шмуэль говорит, нет, даже если они стоят в ряд, на расстоянии, которое необходимо, больше, чем 4 локтя и меньше, чем 18 локтей, он приобрел и землю, и деревья, которые между ними. Теперь объясняет комментатор Гмары, почему. Потому что каждое дерево считается, что его корни питаются в радиусе 25 локтей. Поэтому первые два дерева, которые внутри, они уже большинство этого поля у нас сколько? 50 на 50. Большинство этого поля они уже заняли. 12,5 отсюда, 12,5 отсюда, еще по 12,5 посередине. А этот треугольник 12,5. Получается, когда эти три дерева стоят треугольником, они действительно используют все, что можно из этого поля использовать, они используют. Другое объяснение, что когда деревья посажены треугольником, между этими деревьями тяжело пахать. Поэтому человек, который продал эти дерева, он продал и землю вместе с ним, потому что он все равно там пахать не будет. Так считает Рав. Шмуэль говорит, амар бе асуин шура. Шмуэль говорит, нет, если даже он посадил эти деревья в ряд и продал, все они проданы. И говорит, амар, амар бе оси, таман, итамар, бехан ло итамар. Спор между Рав и Шмуэль, интересно, как Рав разные замечает, в Вавилонском Талмуде это мнение поменялись, что там Шмуэль говорит, нужно треугольник, а Рав говорит, даже прямая, как бы там ни было. Объясняет Гмара, что Рав и Шмуэль, спорит Шмуэль с Равом не согласен, когда он именно покупает. Но когда мы говорим о законах 7-го года, что можно вспахать поле, на котором есть 3 дерева, поле 50 на 50, говорит Шмуэль, что он тоже согласен, что он согласен с Рав, что только при условии, что эти 3 дерева посажены в форме треугольника. Если же в один ряд, здесь Шмуэль согласится, тогда это поле пахать будет нельзя. Спорит он с Равом только в том, что касается купли и продажи деревьев. Это мнение Раби Йоси. На следующем листе завтра мы посмотрим, что Раби Йона говорит, нет, в обоих случаях Шмуэль не согласен с Рав. Варуха Адонай Леолам. Амен ве амен.